Приветики, друзьяки, новый ролик по Clash Royale. Предыдущий выпуск ребята немножечко высхалтурили, так и не добрали 10к, там 7,7, в принципе тоже неплохое количество, но тем не менее у нас были условия, новый выпуск по Royale выходит, когда роялисты меня просили, пожалуйста, не забрасывай Royale, нам все еще интересно смотреть. Я просто попросил, давайте 10к набираем и всегда будет выходить новый выпуск, прошлый 7,7 собрал. Ну, в принципе, я ничего, как бы без претензий говорю, просто если реально вам уже надоедает, если вы не хотите его смотреть, я это пойму по лайкам. Если все еще будут собирать 10к лайков в ролике по роялю, естественно, он будет выходить. Этот сезон я 100% откатаю, вне зависимости, сколько лайков вы собираете. У меня уже 5783. Цель моя 6к в этом сезоне. Я думаю, что я смогу. Уже почти 5800. Постараюсь сегодня приблизиться к 5900. Ну а завтра последний такой рывок на 6000. Уже сложно, уже прям, знаете, так хорошие игроки играют и частенько стал проигрывать. Ну а новый сезон уже зависит, ребята, от вас. Если вы будете собирать лайки, в новом сезоне продолжу играть, буду искать новые колоды и буду, естественно, вас радовать роликами, если, конечно, вам еще они нравятся. Рекламная пауза, и я хочу прокачать свою колоду на звездный уровень полностью по фулу. Сейчас все объясню, почему я так решил, и пойдем в бой. Итак, друзья, я решил прокачать всю колоду на звездный уровень, просто я уже, когда играю здесь на высоких трофеях, я играю против мета-колод, которые абсолютно полностью прокачаны, и, сука, так солидно это смотрится, такое ощущение, что когда против тебя кор-гигант обычный, ну типа, бог. А когда вот в этих латах вот этих, которых, ну уже со звездным уровнем, знаете, ну, выглядит солидно. Я думаю, блин, у меня это мета-колода, я уже поиграл, я уже посмотрел, это точно та колода, которую я буду играть в основном, ну как на мете, на основе, да. Конечно, я буду периодически их менять, но это останется моей метой. Я решил ее полностью прокачать на звездный уровень. Конечно, не по максималке, а каждого на один уровень, ну. Тут просто некоторые есть по 2 уровня, некоторые по 1. Но сейчас посмотрим, у меня 75 тысяч звездных очков. И, короче, у меня уже голем есть. И давайте теперь поехали прокачиваем дровосека. 10 тысяч звездных, вот этих, как их, короче, вот этих звездочек. Чпонькс! И красотулечка, вы посмотрите, какой, ой, какой же он красивый просто. Ап, есть, вау. Поехали, блин, жалко, что ведьма 2 уровня. То есть она не будет такой суперской. Тоже делаем скрин. Опача. Тоже прокачанная ведьма. Я каждого буду скринить, потом, может, сделаю какой-то... Блин, вот жалко, хочется ее на второй, но 15 тысяч не особо тратить. Давайте молнию тоже прокачаем. Молнию прокачиваем на супер максимальный уровень. Посмотрим, что будет. Я не знаю, торнадо стоит прокачивать или нет. Дракончика 100% прокачиваем тоже. Опача. Вот такой вот у нас дракошка. Извините за много скриншотов, но это мне надо. Вы знаете, я скриншочу всегда все. Так, мега-миньон. Давайте посмотрим, может я какую-то карту лучше на второй уровень апну, чем торнадо, допустим, на тот же самый первый, да? Остается 25, бочка. Бочка, я сказал. И остается ровно у нас 15 тысяч, да? И у меня такой вот сейчас выбор прокачать... Кого-то прям на максимум, или же торнадо на один уровень выше, прям не знаю. Прям не знаю. Сложный. Эта ведьма будет наполовину, да, такая? Не, давайте вот как бы все так все. Давайте каждый, да, понемногу, но тем не менее, просто всю колоду так всю прокачивать. Всю колоду прокачал на звездный уровень. И теперь она выглядит вот так вот. Останется ведьму прокачать. Слушайте, а легендарки прям так смотрятся красиво. Сзади какие-то вот это переливающиеся огни. Не знаю, ну прям прикольно смотрится. Легендарки прям секс. Ну, останется прокачать бочку. Тык-тык. И вот так, короче, еще как бы вот раз, два, три, да, по 15, 30, 60 тысяч еще надо. Ну, буду фармить. Ну что ж, а теперь погнали в онлайн-катки. Сейчас будут вообще супер поединки. Играю против... Ну, не, я, конечно, не против самых топовых игроков, но как бы уже люди, которые понимают, что, куда, и, в принципе, знают мою колоду, и знают, как против нее играть. Но побеждает сильнейший. Поехали. Поехали в бой. Надеюсь, что уже завтра я апну 6к. Я очень... Я на самом деле не верил, но я очень хочу 6к и очень буду стараться. До того... Я не верил до того момента, пока не взял 5600. Я когда взял 5600, думаю, так тут 400 осталось. Сейчас попробую еще. Бац, 5700. Бац, 5800. Я уже сегодня просто апал 5800. Так, хорошо, хорошо. Мега-миньон. Оп, тык, хорошо. А что я мега-муху прокачал, а он такой же?
А, получается, он только высадка. Только высадка его меняется, а визуально, походу, он такой же остается. Или хз вообще. Так, я надеюсь, он же не долетит. Он же не долетит? Фух. Палач. Палач, палач, палач. Печалька, плохо. Давайте ставим голема. Ой, бля! Но с другой стороны, а как бы я сейчас пеку останавливал по-другому, правильно? Так, ну подожду еще какого-то юнита, я бы молнией бы это все накрыл. О, Что? Чего, блядь? Просто объясните мне, что за ерунда? Пека с мини-пекой. Как мне против этого играть? Скажите, пожалуйста, как мне с големом против этого дерьма-то сыграть? Ай, друзья. Голем все-таки доковырял до вышки. Так, хорошо. Ну, будем пытаться, я не знаю. Так, таран дровосек остановит. Так. Ну, сейчас двойной эликсир. Сейчас он поставит пеку, бля. Я хз, пацаны, это жесть. Бревно, слушай, ну, нанесешь урон? Нанес чуть-чуть. Ставим голема. Палач. Просто жесть. Просто труба какая-то. Ну давай, ставь пеку. Нанесу урон по палачу, по пеке и по вышке. Понятно. Да, торнадо, все дела. Так, не знаю, что по заклинаниям у него. Но я думаю, что poison или что-то в этом духе должно быть. Посмотрим сейчас. Так, естественно, гоблинская бочка. Забираем палача. Тут на мини-пеку выбрасываем дровосека. И мы отдефались. Молнией бы можно было бы сейчас, да, задеть. Но я не стану этого делать. Оп, так, хорошо. Хорошо. Без понятия, как я сейчас буду дефаться. Без понятия. Молнией надо было. Надо было молнией. Ух ты, бля. Ну, давайте тоже так попробуем стянуть всех. И попробуем задушить пеку. О, нормально, нормально. Варвар вообще молодец. Пока что неплохо, согласитесь. Так, таран на какую сторону? На правую, замечательно. Замечательно. Так, мега миньон. Блядь, пацаны, пропускаю, пиздец пропускаю. Я проиграл. Я что-то в себя поверил. Последнюю секунду. Я подумал, отдефаюсь. Ай, печалька. А так тупо проиграл. Всего лишь таран и с мини-пекой. Давайте посмотрим, были у него тяжелые заклинания. Не, у него ноль тяжелых заклинаний. На самом деле, туфта колода у него. Да и он какое-то дно. Но я был хуже этого дна, поэтому я проиграл. Ну ладно. Обидно. Потому что целый поединок вроде я держался. И тут, блядь, таран с мини-пекой забрали меня. Пиздец. Конченый, сука, с пекой и мини-пекой, блядь. Ах. Ну ладно. Я мог бы его выиграть, серьезно. Я бы его мог молнией постоянно бы вот так вот... Опять что-то похожее, да? Идет сзади сплэш, а впереди идет, сука, дамагер. Ну, это хотя бы не пека. Этот мегарыцарь не так страшен. Вот ведьма это неприятно. Это точно. Так, ну давайте дракончик. Голем дошел. Ну, может быть, еще у него там этот мини-пека. Прям все озабочены этими мини-пеками. Так, ладно. Урон проходит, это хорошо. Это не может быть плохо. Но ведьма, блин, осталась живая. Ведьма осталась живая, черт ты возьми, что ты будешь делать. Я без понятия, пацаны, там надо было спасать молнии, наверное. Короче, в любом случае пропускаем. Но пропускаем меньше, чем пропустил он. Принц, охренеть. Я представляю, если там два принца. Хрен его знает. Чем дальше, тем сложнее. Вот серьезно. Но я постараюсь сейчас эту катку и следующую затащить, дабы перейти в отметку... Сколько там? 5800. Хотя я уже сегодня переходил такую отметку. Бля, сейчас он мега рыцаря прям выбросит так, как неудобно нам. А, нет. Давайте ночную ведьму, она законтрит его, в принципе. Должна, по крайней мере, если он не запнет. Да, отлично. Ну, он по-любому сиганет. Но хотя бы не так много урона несет. Сейчас будет мини-пека, да, и что у него там еще? Ну, давайте, мега-муха. Готовим сейчас молнию.
Готовим молнию. Херачим молнии. Не, ну тут он проиграл. Мне кажется, тут он проиграл. Так. Сейчас вот вопрос. По какой мне стороне играть? Давайте будем дефать же эту, наверное, сторону, да? Да, я правильно угадал. Так. Дровосек. Так, так, так. Пока что все не сливаем. Там уже все. Минус принц, считай. Так, хорошо. Здесь у нас ночная. Блин, лучник попадает по вышке, сука! Куда? Все отлично. Готовим торнадо. Торнадо сюда. Сюда торнадо. Ведьма, не хочешь сагриться? Ракета. Так, сюда бревнишко закидываем. Ну, или тут бочка, бревна, бревнобочка, говнобочка. И тут мы челика ломаем. Отлично. Блин, да я бы и предыдущего выиграл. Обидное, обидное поражение. Блин, очень тупо пропустил мини-пеку с тараном. Я что-то... Что-то не знаю, что-то как-то затупил. У меня бывают такие моменты, ловлю, короче, ступор и все, и не действую. Хотя надо быстренько, стоп, не давай, не пропускай. А я такой, да ладно, не пропущу. О, новая награда. А, она за 5900. За 5900, не за 5800. Поехали, последний бой. И надеюсь, что он будет победным. 13 уровень, погнали. Ух. Слушайте, все равно после такого огромного перерыва по роялю я реально вернул азарт. Мне реально интересно стало играть. Вот без всякого сарказма говорю. Вот. Прям вспоминаю те времена, как я вот это переживал, как я все колоды знал. А, так, это, бля, это против меня, а, контра, это ж три мушкетера, а, там вот это, знаете, такие. Сейчас я типа уже не помню, что контра, что не контра, так плюс-минус вспоминается, но... Блядь. Так, хорошо, задефался. Ставим голема. Так, молния. О, такой вот дракончик будет на максималках. Такой вот будет. У него, кстати, возможно, тоже этот голем. Хотя. Минус вышка. Пиздец. Прикольно. Да, у него, походу, тоже голем. Только почему-то с этой, с летучей бочкой. Ну, давай. Стягиваем, чтобы точно всех убить. Нам нельзя, чтобы он продолжал атаку. Хотя он бы вряд ли ее продолжил, но все равно обидно будет. Если что, кто-то выживет. Да ну почему ты бьешь дракона? О! Вот это пушка! Вот это хорошо, что он молнию использовал. Так, что он, чем атаковал? Все, нормально. То, что он молнию только что потратил, это для нас огромнейший плюс. Ставим ночную ведьму. Бля, я же не знаю, что у него за колода. Голем? Очень странно, если голем. Ну, поехали. Да, это голем, офигеть. Ну, я вышку забираю. Так. Тут. Думай, Ваня. Ну, пока что нормально и так. Пока ничего подкидывать не буду. Голема мы съедаем. Мы голема съели уже. Так, и мы не так много эликсира потратили. Тут мы закинем мега-миньона. Пока что иду отлично. Вот теперь просто вопрос, на две короны, на три его выносить, кто мне подскажет, кто расскажет, я уже реально забыл, тупо позабыл все. Бля, просто капец. Я не знаю, что сейчас делать, вот ступор просто, ступор и жопа. О, молния, отлично, что-то он какой-то кривой маленько, нет, вам не кажется? Так, хорошо. Но он не то, что кривой, я просто аккуратнее немного играю. В данной игре я аккуратнее играю, чем он. То есть он молнию вообще всирает, блин. Первый раз он отлично молнию завязал. Остальные вообще, это мне на руку было. Он тупо и сливал, и я... Блядь, у него все прокачано. Вы посмотрите, какая красивая бочка золотая. Это победа на три короны, пацаны. Практически идентичную колоду я выиграл. Только у него, я не пойму, что у него вместо чего... была эта бочка, да, летающая вот эта. 5800, друзья. Вместо торнадо, да? Да, вместо торнадо. А так в целом идентичная колода. И он полностью ее прокачал. Полностью. Пацаны, 5800. Осталось всего лишь 200 кубков. Не подкачайте, наберите лайки. Я бы даже был рад, если бы вы не просто 10, вы бы 20 набрали, чтобы я... В два раза выложился больше, чем выкладываюсь вот сейчас, реально. Я пообещал, что 6к, да, и смотрите, у меня пока получается. А вы в предыдущем ролике 7700 набрали, кто-то все-таки схалтурил. Ну ладно, я же опять же говорю, это не в претензию, а просто вот...
Немножечко обидно, что вы начинаете сдавать позиции. Вы предыдущие ролики просто топили по лайкам, и я, блин, очень, мне очень было приятно. Поэтому, надеюсь, вы не подкачаете. Спасибо всем за лайки, спасибо всем за просмотры. Жду вас сегодня на стриме вечером. И до новых встреч. Всем пока.